клей, да? Может быть, перчатки тебе же? Герметик. Герметик? Ты остатки воды там текут, да? Угу. Вонять сильно? Так, умеренно. А где перчатки? А здесь достался хорошо труба, да? Ты хочешь его вытащить? Не досталось, потому что... Ни хрена она хорошо не досталась. Угу. Она же разъединенная, теперь бери и разбирай, как хочешь. Хорошо. Вот наш от машины. Угу. Сливной. Дершланг. Дершланг. Ага, ага. Это мы делаем ширму. Это мы делаем экран для ванной. Включить выдержку. Только форточку приоткрой. Она и моет, да, и дает смазку. Вот что я хотел, да. Понимаешь? Да. Ну, мы, конечно, перезалу пирт. Угу. С двумя этими. Ну, ничего. Пусть это, будет. Ну, тебе надо будет теперь сверлить отверстие для шланга, да, сливного? Да. Кто пусть будет? А, вот эти две трубы пусть будут, конечно. То есть, за 40 сантиметров мы с тобой. Стенка. Угу. Все будет вот там. Затоплено, утоплено. Притянем хомутами. Вот убрали колено специально, чтобы можно было туда стеночку сделать. Столько времени. Не совпало. Не совпало? Ну это фигня все. Подавил? Ну да. Опаньки. Как получается? Фигня. Труба вот так вот прям втыкалась. Куда-то. Труба от машины стиральной, которая у нас стоит, между прочим, в прихожей. Кольцо вкручиваю с резьбу. А он нужен тогда, Джим? Ну да, конечно, он нужен. А, там же хомуты будут, да? Здесь будет хомут, который будет притягивать трубу. Притягивать, да. Фиксировать ее. Губа же не надо пластырь искать. Ах ты, рифтус. Это же есть анекдот про сантехнику. Говорит, сынок, говорит. Да. А так всю жизнь и будешь ключи подавать. Ага. Кстати, да. Скульптура где-то есть в каком-то городе. Да. Люк открыт, видела. Дядька да, там. Да, да, я да. Ему ключ подаю. Да. Так всю жизнь. Конечно, да. Перлы такие. Ключи подавать. Thank you.
Сейчас немножко его расширим. Все вот будет. Чем расширять? Немножечко вот этим. Ага, ага. Ну вот. Вот, вот оно счастье. Ну вот, все. Воля. А оно не будет протекать? Его надо чем-то не там, будет, да? Она сверху. Ага. Ну, теперь надо отрезать вот это. Просто мы с ними по большому счету не сталкивались. Где-то влезло. Сунулось. Поэтому надо сейчас достать коробку. Ой, нет, ой. Женечка влезает, там расскажи мне, если переживания. Ага-га. Открыла Алла краник. Залила нас. Вот так вот это делается. Да, Женя? Где наша проверять полочка? Проверять будем. Надо, да? А, проверить, в смысле, воду включить? Да. Ой, давай. Теперь притягивать будем хомутами, я попробую. Там вернули кольцо, даже? Угу. В стену. И теперь хомутами это будем притягивать. Ой, без этого прям угол не получался. Ну что ж это такое, Женя? Специально ездили за этим кусочком трубы. Сибиртех. Сибиртех, да. Пластмассовые. Попытка номер два. Сибиртеха. Вот что такое наши хомуты. А хомуты только наши делают или нет? Нет, еще и не наши. Не наши, с не нашими такого не случается, я так подозреваю. Потому что сколько мы с тобой хомутами здесь перетянули. Такое редко случается. Ты думаешь, он будет держать, не лопнет, этот гад? А длинных, наверное, у нас уже нет. Есть. Принести. Не надо, сейчас еще. Сейчас сделаем попытку номер два. Хорошо. Посмотрим, что как. Притягиваются они? Да. Да. Тут-то не надо сильно выпендриваться. Ну да. Просто так. Да. Вот так. Вот так у нас получилось. Ага. Вот так у нас получилось. Ура. Ура, теперь ура, наш. Теперь проверка. Воображаемый. Да, воображаемый. Перегородка. Вот здесь. Ширм будет вот здесь. Ширм вот так вот. Воображаемый. Угу, угу. Так. Возможно, даже мы его сюда еще загоним. Сюда. То есть там даже не надо будет плитку клеить, да? Угу, хотелось бы. Угу, угу. Так вот это делается.